Вечный огонь никогда не гаснет. Даже сейчас, когда дирекция благоустройства города и газовая служба пришли провести профилактическое мероприятие, огонь продолжает гореть. Конечно, не из самих трубок. Огонь помещают в специальный фонарь, где он продолжает гореть. В это время городские службы проводят уборку. Газовые службы проверяют работу оборудования, прочищают необходимые элементы. Мы проводим уборку скопившейся грязи, пыли, листвы, мусора за год на территории Вечного огня. Сейчас есть уникальная возможность увидеть, как устроен сам Вечный огонь, посмотреть, через какие элементы подается пламя. Корпус, трубки и другие необходимые части конструкции чистят и возвращают на свои места, а после вновь зажигают Вечный огонь. Профилактические мероприятия пройдут не только на площади Победы. Профилактические мероприятия сегодня будут проведены еще на площади Маргелова у Вечного огня и в мемориальном комплексе на Галинчинском шоссе. Дирекция благоустройства проводит регулярные работы по подготовке всех памятников Победы к празднованию Дня Победы. Помимо Вечного огня, городские службы облагораживают территорию, красят ограды и занимаются побелкой памятников. Эти мероприятия они закончат до 1 мая. Валерий Седов, телекомпания «Город».